Многие любители садоводы не хотят выращивать черешню, боясь потерять урожай свой из-за птиц. Что мы выращиваем, выращиваем, а все равно птицы отклюют, и толку нету никакого. Я сейчас покажу простой способ, как легко защитить черешню от птиц с помощью обычной сетки. Причем установить сетку можно одному, и это не занимает много времени и даже не требует помощника. Для этого нам надо несколько жердей. Ну, я использую жерди орешника. Беру в лесу, вырезаю. Ну и какая-то сетка, купленная в магазине. Специальная сетка птиц продается. Что мы делаем? Значит, просто берем эту сетку и привязываем к жердям. Обычными ленточками, любыми, сетку за края привязываем к жердям, к макушке одну. Где-то сильно можно не натягивать. Снизу ленточкой. Ну и примерно в середине. И точно так же потом поступаем с остальными двумя жердями. Одну привязываем с другого края сетки и одну жердь посередине. Ну, вот что у меня в результате получилось. Значит, дерево у меня порядка 4 метров. Жерди порядка 5 метров здесь. Сетка размером 4 на 5 метра. Поэтому дерево довольно большое у меня. Одной сетки не хватит. Поэтому надо будет сделать вторую точно такую же. Но сейчас я покажу, как эта сетка устанавливается. С одной стороны наполовину дерева. Собираем жерди. И несем их к дереву. Все, выключай. Ну вот мы возле дерева. И теперь осталось только разнести эти шесты и как бы окутать дерево сеткой. И все сложности. В общем, процесс... А для одного человека занимает порядка 20 минут. Если это с помощником делать, то это вообще быстро и удобно. То есть вставляем центральный кол. А сетку аккуратно натягиваем, как бы укутывая дерево. Колы даже можно в дерево, в землю не втыкать, они и так прекрасно держатся, просто за счет небольшого угла наклона. Точно так же сейчас сделаем вторую половину, чтобы дерево было полностью укутано. Рассказывай. Значит, ну теперь, в принципе, можно и так оставить, но лучше еще, если птица очень назойливая, лучше сверху затянуть еще сетку, но для этого надо залезть на дерево. Взять какую-то проволочку и стянуть сверху сетку, как бы замкнуть макушку. Еще сейчас я это сделаю. И тогда птицам вообще не будет доступа.
Ну, снизу обычно они, птицы не подлазят, поэтому снизу можно не сядет. Но при желании можно затянуть снизу тоже сетку. Значит, сейчас я просто беру вот проволоку, там делаю на конце крючок, чтобы мне легче было подтягивать края сетки к себе. И просто в середине их свяжу потом обычной проволочкой. Ну вот примерно так. Ну вообще птицы боятся различных видов сетей, поэтому можно где-то, даже если останутся отверстия какие-то, не стянута сетка плотно, то это ничего страшного. Птицы обычно видят сетку и не летят на это дерево. Все. Ну, если очень хочется, чтобы было плотно завязана сетка, можно взять проволочку и концы нижние тоже притянуть, привязать к стволу. Тогда уж точно к вам сюда никто не залезет. Все. Ну вот что в результате у нас получилось.